Что именно в обществе так тебя разочаровывает? Даже не знаю. Может, то, что мы все вдруг решили, что Стив Джобс — великий человек, хотя сами знаем, что он заработал миллиарды на детском труде. А может, потому что все наши герои оказываются фальшивками. Весь мир — большой обман. Мы пересылаем друг другу одну и ту же чушь, выдавая ее за свое мнение, и верим в искренность социальных сетей. И мы ведь сами это выбрали. Не на сфальсифицированных выборах, а своими вещами, собственностью, деньгами. Но это не новость. Мы все знаем, почему так поступаем. Не потому, что голодные игры интересно читать, а потому, что мы хотим забыться. Потому, что не притворяться больно. Потому, что мы трусы. Нахрен общество. Эллиот, ты ничего не говоришь.